Сегодня наша республика подписала кредитный договор на 500 миллионов рублей с Международной финансовой корпорацией. Эти деньги пойдут на строительство и ремонт детских садов Чувашии. Но деньги – это не самое главное, отметили участники межрегиональной конференции «Развитие инфраструктурных проектов». Именно такие профессиональные форумы должны выполнять функции проводников идей. Межрегиональная конференция развития инфраструктурных проектов собрала в Чебоксарах экспертов Международной финансовой корпорации, представителей госкорпорации Внешэкономбанк, Европейского банка развития и реконструкции в ПФО, органов власти Чувашской республики, гостей из Кирова, Мариэл и других уголков России. От всех таких конференций ожидаешь прежде всего человеческих контактов, какой-то сконцентрированной информации по той тематике, ради которой сюда приезжаешь. Поэтому, если тематика обозначена, это как вопросы, связанные с финансированием инфраструктурных проектов, а инфраструктурные проекты – это, наверное, основа, или, скажем так, переходя на язык миссии Внешэкономбанка, это те проекты, которые позволяют снять инфраструктурные барьеры для развития бизнеса. В 2010 году в Чувашии твердо определили курс на решение проблемы с нехваткой мест в детских садах. Задача решалась по-разному. Это и частные детские сады, и открытие дошкольных групп, и реконструкция детских учреждений. В 2011 году в республике впервые за 18 лет началось строительство 3 детских садов. В 2012 построили 5 и реконструировали 3. В этом году в Чувашии планируется открыть 11 детских учреждений. И договор с Международной финансовой корпорацией — это новые возможности для улучшения ситуации. В прошлом году отработали с ними сумму 500 миллионов. И в этом году, в начале года, уже главой республики было подписано мандатное письмо о готовности Чувашии привлечь еще 500 миллионов. На сегодня мы приняли решение, что условия Международной финансовой корпорации, о чем вот специалисты подробно рассказали, для нас наиболее комфортны именно с финансовой точки зрения. Если мы говорим об условиях, то срок он такой же, 8 лет. А процентная ставка у нас сложится даже несколько лучше, чем в прошлом году. Вот, принимая решение, мы, конечно, смотрели, что она наиболее сегодня приемлемая по сравнению с альтернативными вариантами. И, на наш взгляд, условия лучше, чем в прошлом году. Подобная встреча проводится впервые. Представители МФК рассказали участникам об особенностях сотрудничества с корпорацией. Поделились опытом работы с другими странами. Возможно, межрегиональная конференция станет площадкой для завязывания новых партнерских отношений. В Чувашии хороший опыт работы по привлечению инвестиций. И им необходимо делиться, подчеркнули участники конференции. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.